Это как раз нужно.
сейчас мы тоже на любимой улице моих друзей с красными фонариками. Не знаю, что это означает. А, вон наши друзья, они позвали нас, у них как раз сегодня рабочая смена. И где же эти друзья работают, товарищи? Очень классным баром на первом этаже, который мы здесь почему-то не попали почему-то, потому что мы очень старшие, и у нас была свой такой парочка бутылочек вина в номере, так что мы просто остались и отдыхали в номере, готовились к сегодняшнему дню. Но так уж получилось, что мы сегодня расселились. Но как бы это абсолютно нормально, зная мой нрав и был. Вот так вот заходим, я надеюсь, там внутри. Я ничего не скажу, что я снимаю. Да, проникаем внутрь. Вот так вот. Вот такой вот холл красивый, тут музыка. Там вот бар. На втором этаже тоже бар. Здесь такой бар-ресторанчик, где также можно и позавтракать за определенную доплату. Вот такой вот классный бар. О, я обожаю вот это место. Надеюсь, что сегодня мы так сюда и выберемся по вечерам, по выходным сюда приходит диджей. И такая вот классная лаунж-зона. Чтобы подняться на лифте, вам обязательно прислонить лифту вашу карточку и выбрать сразу снаружи желаемый этаж. Ваш этаж иначе, вы просто не сможете зайти в отель. Ну, сможете зайти, не сможете, но не сможете зайти в лифт, если у вас нет карты гостя. Вот так вот. Так, пятый этаж у нас здесь. Сейчас зайдем в наш номер. Посмотрим, убрано ли там внутри или нет. 525-й. Так, у меня другая сторона. Так, ориентируемся. Сразу сделаем фотографии. И заходим. Нет, здесь не убрано. Вот он, наш номер. У нас вот такой вот красивый вид. Ну, красивый. Неплохой, я бы сказала, вид на Амстердам. Здорово, что на канал. Вот сразу остановка метро. Вот так вот. Невероятно быстро разряжается камера. И, пожалуйста, скажите,
чем причина? Причина, что прямо аккумулятор позднее. Ну чё, разберемся. Так, здесь такой рубтурчик быстро. У нас куча бананов везде. Чувак просто стал сейчас на пешеходном переходе и кричит селфи-селфи. Вообще, я взяла видео. Кстати. Вообще, люди очень-очень какие-то жизнерадостные, все порядочные. И очень дружелюбные. Так, сейчас, наверное, будет долгое видео. Так, все, let's go. Так, здесь уже очень красиво, мне нравится. Он сказал, что вот когда я увижу Starbucks, что мне снова налево повернуть. В общем, я все-таки правильно свернула со стороны главного вокзала, но пошла не по той улице. Ну, то есть за домами, а не перед. Совсем, совсем не проблема. Что у нас? Это у нас производственный отель 5 звезд. Так, хорошо. Уже неплохо. Сейчас мы просто идем в направлении людей и видим библиотеку, которую, как мне пообещали, невозможно пропустить. А вон и зеленое здание виднеется. Когда мы проплывали на лодочке по каналам и по этому озеру, нам не рассказали, что это музей Немо зеленый. И можно подняться на его крышу и принять солнечные ванны. Чем мы и займемся? У нас сначала библиотека, где меня ждут. Где меня ждут на 7-м этаже в кафе с панорамой. Мои подруги. Боже, я так и знала, что я не вернусь быстро. Я не знаю, сколько это уже длится. Это длится уже час, наверное, как я добираюсь к ним. Хотя я была совсем недалеко. Я была всего лишь в отдаленности одной станции метро от этого места, от вокзала. Но возможно, что они тоже нашли не сразу библиотеку. Что они не ждут сейчас целый час. Ну, полчаса, думаю, точно ждут. Ну, полчаса, в принципе, срок, конечно, небольшой. Так мне обещали, что я не пропущу. Кстати, open bar и библиотека. Нидерландский — это какой-то очень классный микс всевозможных языков. Какого-то английского, немецкого и еще, наверное, какого-то языка бельгийского, который я не знаю. Мне кажется, если знать бельгийский, то тут вообще как рыба в воде можно. Со всеми хорошо общаться и понимать все, как идти вообще язык. Так, сейчас мне интересно, с трудом ли я смогу вынести или нет. Получу ли я этот доход? Я иду, если честно, я чувствую себя каким-то психом. Девочка одна платит, ходит в Амстердам с камерой и have no idea where we're going. Но ничего. Так, сейчас мы будем туда заходить. Отлично. Wi-Fi уже обещан нам. Как-то не очень хочется снимать людей, например. Я не знаю, как здесь, но в Германии с этим очень проблематично, если ты ведешь какую-то съемку в общественном месте или просто делаешь фотографии, то тебя могут очень так неплохо оштрафовать на большую сумму, если попадут какие-то люди в твое видео или вообще на фотографии, даже если ты их никуда не публикуешь, а просто они у себя сохраняются на жестком диске. Как все здорово. В общем, нельзя без разрешения других людей иметь их фотографии. То есть это закон Dutchmen. Вообще он по Европе, в принципе, тоже должен действовать как тот же закон, но в Германии с этим, мне кажется, особенно строго. Вот так вот выглядит библиотека. Мы до нее добрались. Я вот, наверное, очень... Вот у меня культурный отдых в Амстердаме. Я делаю совсем другие вещи, чем ожидают от меня, наверное, друзья. Вот, например, я приехала в Амстердам, где я в библиотеке.
музее. Да, вчера была в музее. Но как бы это не совсем ordinary музей был. Это был музей секса. Но сам факт. Завтра я очень надеюсь попасть в музей Ван Гога. Но на него нужно заранее регистрироваться. То есть не факт, что ты туда попадешь. Нужно заказывать билеты заранее. Например, сегодня даже с Амстердам карточкой вход был туда воспрещен. Он был или закрыт, или переполнен. То есть сегодня доступа туда не было. Здесь происходит какая-то тусе. Просто поют люди. Я же говорю, в Амстердаме вообще люди все на лайте. Даже в библиотеке происходит какая-то вечеринка. Ну, конечно, это и библиотекой обычно не назовешь, но это очень здорово. Мне кажется, open bar — это публичная библиотека. Просто называется. Так, в принципе, можно было сейчас, конечно, поехать на лифте, но чтобы дать какой-то более-менее осмотр небольшой, как это все выглядит, думаю, можно подняться на эскалаторе. Сейчас посмотрим, что на следующем этаже. В принципе, если там просто книжные стеллажи, то я поднимусь на лифте дальше. Да, примерно тут уже более строго. Все книжные стеллажи выглядят вот так вот. Блин, так, если честно, неловко мне делать кадры какие-то, куда входят другие люди. Я опасаюсь законов. Ну, не то чтобы опасаюсь законов, это действительно как бы могут тебе вручить штраф в итоге. Хотя, в принципе, это публичное место. Но я знаю, что в кафе и ресторанах действительно нельзя как бы фотографировать гостей других людей. В принципе, это уже частная собственность кафе и ресторана. Возможно. Возможно, там немного построже. Так, вот, мы заходим в лифт и нажимаем на последний этаж. Окей, шестой. Мы договорились встретиться на седьмом, так что, наверное, там есть просто такой подъемчик. Так, в общем. Вот, я уже устала, если честно, замоталась. Но я хочу скейтборд, боже мой, нужно будет в следующий раз летом приехать и взять что-нибудь для активного отдыха. Жалко, нельзя привезти с собой велосипед. Было бы очень классно приехать на великах, хотя тут можно, в принципе, снимать велосипеды. И это я хочу тоже узнать получше. Так, посмотрим, сидят ли здесь мои друзья или они уже ушли. Я их тут не вижу. Ну, здорово. Их здесь нет. Поздравьте меня. Но зато здесь есть отличный вид. Нет друзей, но есть вид, в принципе. Почему нет? Вот туда мы собираемся подняться, на крышу. Это наймо музей. То есть вся эта крыша, она для посетителей открыта. Вот с этого ракурса не очень видно. Но туда можно подняться, причем тоже абсолютно бесплатно. И вот такой вот шикарный открывается. И вот такие небольшие вот лодочки и кораблики туристические плавают по каналу и против курса. Вот на одном таком кораблике покатались сегодня начать, и нам немного рассказали про город, про который все получается провести. Здесь такая вот стройка происходит. Тут, кстати, постоянно что-то новое строится, и вообще амстердамцы, они известны на весь мир своими архитектурными решениями и своим умением строить дома. Деревянный пирс, совершенно новый, красивый, широкий,
со скамейками, люди просто чилят, отдыхают. Здорово. Отличный субботний день. Там вдали уже многоэтажки, тоже какие-то креативные здания. Вот эта крыша главного вокзала.